Вот быть все-таки или не быть. Взять прибежал. Или не взять. Съесть или не съесть. Вот вопрос. И большой вопрос сейчас стоит впереди. Ой, прибежал. Он думает, вкуснее ли здесь ближе к вам? Ой. Мам, ты ему даешь большую головную боль, потому что он думает, вернуться или не вернуться. Кажется, что ты бросаешь. Ну, милый. Не, у него было такое, сейчас я убежу. Как ты бегла? Кусочек это же бросали. Кто будет убирать? Смотри, где он подглядывает.